чтобы пигмент в банке не усаживался. Переливаю в отдельную емкость. Легче будет перемешивать кистью. Начнем наносить с башни. Ничего сложного в нанесении смывки нету. Главное использовать хорошую смывку, если вы ее делаете сами, чтобы она была довольно правильно разведена. И тонкой кистью делаете такую как бы заливку во все углубления, щели, расшивку. Если где-то немного вы сделаете больше, чем нужно, в этом нет ничего страшного. Смывка очень хорошо убирается ватными палочками. Ну, конечно же, лучше стараться делать ее аккуратно. Работа эта не быстрая. Со временем начинает надоедать. Главное не потерять концентрацию. Но в итоге, когда вы сделаете хорошо, грамотно смывку, вы будете довольны получившимся результатом. Модель сразу становится более контрастной. Очень хорошо все выделяется. Все становится хорошо видно. Желательно можно приобрести еще тоньше кисть. Например, 3.0. Кому как нравится. Перейдем в ускоренный режим.
нанес смывку, немножко дал ей подсохнуть. На катках она еще сыроватая. Башня уже самая то подсохла. Теперь вот коллеги взял вот такие вот салфеточки. Их применяют в маникюре. Чем они привлекательны? Тем, что они так и называются. Салфетки без ворсы, которые не оставляют ворсу. Или ворс, как правильно. И стираем излишки. Раньше применял круглые, не помню, как они назывались. Вот. Чем они не нравились, тем, что от них всегда оставались куски ваты. Их потом очень тяжело было убрать. Особенно, если не доглядел и задул лаком. То, чтобы убрать ворсу, надо было очень сильно постараться. А здесь, вот, как видите, отлично все соприкасается. Ничего не остается. Ну и аккуратненько убираются все излишки смывки. Главное, чтобы она осталась во впадинах и в углублениях. Сейчас немножко почистим башню и подождем, когда подсохнет корпус. Вот, коллеги, смывка нанесена, излишки удалены. Теперь подождем где-то примерно сутки, посмотрим более внимательно модель. Может, где-то еще придется что-то убрать. И после этого будем наносить полуматовый лак и уже по полуматовому лаку наносить масляные точки. Так что, кому интересно, в следующей серии будет нанесение и растушевка масляных точек. На этом буду заканчивать это видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья!